На страже правопорядка и спокойствия. Сегодня исполняется 13 лет со дня образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму, сотрудники которых активно проводят мероприятия по пресечению деятельности экстремистских организаций, задержанию лидеров и участников бандподполья, предотвращению тяжких преступлений. Приоритетными задачами, стоящими перед службой, остаются сохранение спокойствия в обществе и укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. В связи со знаменательной датой сотрудников регионального центра по противодействию экстремизму поздравили члены правительства и администрации главы Карачаево-Черкесии, также коллеги-правоохранители. В первую очередь от имени главы Карачаево-Черкесской республики Темрезова Рашида Борисбеевича поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, успехов на работе. Ну и успехов, конечно же, в личной жизни. Очень приятно взаимодействовать с вами. Это всегда очень продуктивно, всегда профессионально. И я и горжусь, и мне еще раз повторюсь, приятно с вами взаимодействовать. Поздравить вас с вашим профессиональным праздником, поблагодарить вас за вашу ответственную работу, пожелать вам успехов профессиональных и мира вам в ваших семьях и в ваших домах. Своей самоотверженностью, мужеством, принципиальностью, верностью долга вы вносите неоценимый вклад в дело борьбы с экстремизмом и терроризмом. Рискуя жизнью, выполняете ежедневные задачи по обеспечению правопорядка и конституционных основ государства, борьбе с экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью, незаконными вооруженными формированиями. Благодаря вашей работе нейтрализованы десятки членов экстремистского подполья, предотвращен ряд тяжких, особо тяжких преступлений в отношении мирного населения, объектов инфраструктуры и органов государственной власти республики. Мы высоко ценим службу сотрудников центра, ваш вклад в обеспечение правопорядка, стабильности и безопасности в Карачаево-Черкесии.